марта, это вторник, у нас ожидается празднование Масленицы совместно с детским ателье. В программе у нас, естественно же, масленичные игры, танцы, частично на улице, частично в помещении, дружное пение. Пригласили баяниста профессионально, он будет петь. Возможно, будет Федор Тарасов, певец Большого театра. Вот. Так что, в общем, всех приглашаем. Начало там в 4, но можно там в 6-7 подтягиваться, или там до 10 вечера. Пока ножки проверьте там еще. Все, пожалуйста, через левого предела. А, брат, слева предела, начните, пожалуйста, слева предела. Слева предела. Подождите, сейчас продукты занесу, чайники поставят. Ну, начнем набраться. Ну, не ел там. С 5 часов утра. Дорогие друзья, спасибо за поддержку, за ценные указания, за советы. Вот сейчас подсказывают, что уже нужно молитву, потому что народ уже хочет продуктов. Давайте мы сейчас сначала занесем продукты, поставим на все столы, вот, потом дружно помолимся спокойно, чтобы не было чехарды. Подождите немножко, пожалуйста, несколько минут. Благодарю за понимание. Спасибо. Наташа. Здравствуйте. Здравствуйте. Какой язык вы учите? Я учу английский. Всех приглашаю на наши курсы продвинутого английского, который проходит в очень позитивной обстановке. А вы учите его или совершенствуете? Совершенствую. Продвинутый английский. То есть вы учили его и в школе, и в институте? Да, много лет, как и все. Ну и как, Марьяна хорошо знает языки? Марьяна? Ну вообще, Марьяна. Она мало того, что хорошо знает, она еще очень-очень классный человек. Она моя подруга уже много-много лет. Трудно поверить. Что трудно поверить? Мы с ней знаем, дружим уже четверть века. Да. Да. Но мне самой 25. Ну что, желаю успехов вам. Спасибо большое. Желаю потом этот язык английский развивать во французский. И чтобы было с кем разговаривать, и о чем еще. Да-да-да. На хорошем английском. Успехов, успехов. Спасибо.